Большая часть обращений связана с проблемами в сфере ЖКХ, благоустройства, строительства социальных объектов, ремонта дорог. Также королевцев волнует дальнейшее развитие транспортного сообщения и улучшение медицинских услуг. Чиновники ответят на все вопросы в течение недели. Все вопросы, которые поступили в прямом эфире, все вопросы, которые поступили накануне, а их было достаточно много, все надо суммировать, обобщить, проработать и по каждому вопросу, извините меня, до каждого дозвониться. Королев уже поднялся с нижних строчек на 5-е место в рейтинге самых благоустроенных городов Подмосковья. Тем не менее, на оперативном совещании глава города подчеркнул, что в следующем году в Королеве продолжат ремонтировать дороги. Часть бюджетных средств планируют потратить на преобразование в сфере здравоохранения и на ремонт главного стадиона «Вымпел».